уважаемые коллеги, да, теперь имеем полное основание юридически обратиться к бывшим абитуриентам, бывшим студентам, бывшим выпускникам, теперь уже коллегам, потому что все получили квалификацию преподавателя. Уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, уважаемые гости. По традиции, после завершения государственной аттестации мы собираемся в этом зале для торжественного акта вручения дипломов об окончании Владимирского музыкального училища. До начала вручения дипломов я хотел бы еще раз напомнить, потому что большинство из вас знают, о том, что в этом году постановлением главы администрации Владимирской области два преподавателя нашего училища были удостоены высокого звания лауреата премии областной администрации в области литературы и искусства. Сегодня именно при коллективе студентов учащихся я вручаю удостоверение лауреату областной премии Лебедеву Игорю Павловичу, руководителю Такой же премии удостоена, я в руках ее не держу, потому что не вижу Наталью Николаевну Алехину, руководитель хора русской песни Алехин Наталья Николаевна. Дайте поздравления. Для кого-то быстро, для кого-то не очень быстро, но прошли очередные 4 года для очередного набора. Образца 1990 года и образца выпуска 1994 года. И сегодня для вручения дипломов я приглашаю на сцену отдел специальности 0501. Вот видите, приятные улыбки, потому что никогда мы бюрократией не занимались, не объявляли, что такое 0501. Это отдел специального фортепиано. Я приглашаю на сцену выпускников, классных руководителей за отдела. Диплом об окончании Владимирского музыкального училища с отличием и с присвоением квалификации преподавателя детской музыкальной школы концертмейстера вручается Погуляевой Наталье Викторовне. Диплом хор желающих из зала к фортепианному отделу, за фортепианное отдело, если у них не хватит сил, слов, спеть, сплясать, сыграть, что-либо сказать. Любой желающий может выйти и любые слова сказать, добрые и приятные. Наверное, все сегодня со мной согласятся, что вообще сегодня необычный день. Для кого-то из нас он, наверное, радостный, а для кого-то немножко грустный. Потому что, в общем-то, 4 года прошло, которые пролетели для меня незаметно и оставили какой-то след в душе. Поэтому мне сегодня хочется поздравить всех, и педагогов, которые вложили большой труд в нас, и моих друзей-однокурсников, которые прошли все испытания и искушения этих 4 лет. Ну, сейчас мне вообще трудно, конечно, подобрать слова благодарности, и мне хочется сказать простое русское слово. Большое спасибо всем педагогам, которые вкладывали в нас свой труд, талант.
Вообще большое спасибо. И за те занятия, когда вы забывали о времени, о силах, давай нам все самое лучшее. Вы учили нас своим примером, умели вдохновить нас на творчество. Спасибо. А своим друзьям я хочу пожелать, чтобы наша дружба не рвалась на сегодняшний день. И чтобы у всех были все свои желания. И сегодня, наверное, у каждого из нас в сердце остается образ того человека, который за 4 года стал нам близок и дорог. Мне кажется, у многих из нас это педагог в специальности. И сейчас я хочу особо слова благодарности сказать моему педагогу с большой буквы, учителю имени Николая Соколова. Большое вам спасибо за то терпение и труд и доброту, которые я встречала на ваших уроках. Спасибо. И вообще сегодня, кидая эти сцены, я думаю, эти стены, я думаю, мы их не распомним. И я уверена, что этот день один из самых счастливых в нашей жизни. Большое спасибо всем. Дорогие друзья, мне хочется сказать несколько слов в сегодняшний такой праздничный день. Но наша повседневная работа, она складывается из разных минут, и горьких подчас, и счастливых, радостных. И мне хочется ребятам сказать, чтобы они, как и мы, педагоги, мы всегда забываем все самое плохое, которое бывает в нашей работе, и остаются только самые светлые, самые лучшие воспоминания. Мне хочется, чтобы у ребят тоже остались от нашего общения на нашем отделе только самое светлое и лучшее. Нас, пианистов, остается все меньше и меньше. Вот и на сцене нас всего 5, и приема у нас меньше. Мне хочется ребятам пожелать, чтобы они как-то не забывали друг друга, и нас тоже не забывали, приезжали к нам в училище и за помощью, и просто пообщаться, чтобы вспомнить самые лучшие студенческие мгновения. Ну и, конечно, пожелать счастья, здоровья, чтобы сбылись все мечты, поступления, личные какие-то проблемы разрешились, чтобы было счастье и радость в нашей трудной жизни. Наталья Погуляева.
Диплом об окончании Владимирского музыкального училища вручается Киселевой Ирине Геннадьевне. Спасибо большое. Следующую песню я хочу посвятить всем женщинам, всем преподавателям женского пола музыкального училища. Песня называется «За рекой». Которые были уже здесь сказаны, еще раз сказать большое спасибо всем.
Thank you.
вас порадовать. Сегодня в этот день очень необычный, радостный. Мы хотели вам спеть, даже трехголосно. Ой, ну, сами понимаете, что после народного хора, после ДХОшников опасно петь. И решили, в общем, мы остаться истинными теоретиками. И просто вам сказать. Хотя, честно признаюсь, просто говорить не всегда получается. Давит огромный интеллектуальный пласт нашего сознания. Ой, кошмар, опять началось, как болезнь прямо. В общем, хотелось бы сказать большое спасибо и сказать каждому. Сначала это нашей второй маме, не побоюсь этого сказать, Генриетте Юрьевне, а также Галине Леонидовне, Ирине Петровне, Олимпиаде Сергеевне, Инне Николаевне, Анне Аркадьевне. Все, конечно, знают, о ком я говорю. И как же не забыть сказать нашим любимым библиотекарям Ольге Васильевне, Ольге Алексеевне, Татьяне Александровне, спасибо вам большое за книги. И нашим любимым вахтершам, который припасает нам ключики и прячет, и дает нам их. Это Тамара Александровна, Вера Михайловна. И спасибо нашему директору, который, как может быть кто-то заметил, встречает нас 8 часов у входа в училище. Нашему завучу, нашей любимой Марине Вячеславовне. И всех мы вас любим и не забудем. Спасибо еще раз всем. Теоретиков особое приветствие, так надо понимать, и просьба подняться к теоретическому отделу, ребятам, которые хотят попрощаться с выпускниками.
Больше он туда не увидит, кажется. Я хочу сказать спасибо всем педагогам, хотя все тут говорят про педагогов. Я думаю, надо про студентов еще сказать. Все-таки не одни педагоги здесь. Также я хочу поздравить любимого руководителя нашего оркестра Игоря Павловича. Классную премию. Еще не забудьте, пожалуйста, сегодня вечером играет Россия и Бразилия на чемпионате мира. То все забыли просто с вручением диплома. Ну и всем большое спасибо.
Владимирского музыкального училища вручается Поступинской Елене Владимировне. Диплом об окончании Владимирского музыкального училища вручается комиссару Сергею Владимировичу. Могу добавить только одно, это первый ударник. В смысле, и по труду он получил 10 баллов на государственных экзаменах по специальности. Первый ударник класс ударник. Спасибо, всем здоровым. Мы лучше сыграли. Но я скажу два слова. Видимо, ветер знаний на нашем отсеке дует сильнее, потому что нас было 7, осталось 2. Видите, как сдувает с палубы. На самом деле, мы лучше сегодня сыграем. В ансамбле, который будет аккомпанировать нашему первому выпускнику, участвуют бывшие наши студенты Николай Егоров, саксофон, Иван Смирнов, бас, руководитель коллектива Николай Владимирович Попов. Вы сейчас услышите пьесу, автором которой является Николай Егоров, «Босанова», хотя они ускорили темп и наставили туда много всего, стиль получился фьюжн. Давайте лучше послушаем. Thank you.
наше торжество приближается к концу. И позвольте мне тоже несколько слов сказать нашим выпускникам и всем присутствующим в зале. Мы сегодня вручали дипломы о замечательной специальности, которую получили наши ребята. И мне кажется, одно из замечательных свойств этой нашей специальности – ее одухотворенность. Вот сегодня называли разные приметы важные этого дня. Конечно, всем выпускникам этот день запомнится. Как день окончания, день вручения дипломов. Леша даже вспомнил сегодняшний очень важный матч, который тоже, наверное, будет приметой этого дня. А я хочу обратить ваше внимание еще на одну особенность этого дня. И, надеюсь, вы запомните. Сегодня Духов день. Сегодня большой праздник. Сегодня Дух Святой спускается на землю. И я очень желаю всем, и нынешним выпускникам, и всем будущим выпускникам, чтобы вот это качество, одухотворенность, это то, что очень выручает в жизни, особенно в трудных ситуациях, то, что есть в нашей специальности, всегда было с вами. И еще я в напутствие хочу сказать вам такую фразу, которая мне очень запомнилась. Я услышала ее в Нижегородской консерватории, когда обсуждали разные сложные проблемы нынешней жизни. И один из преподавателей консерватории сказал: «Ну, дорогие друзья, у нас с вами такая миссия. Мы хранители огня. И что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, а мы должны хранить вот этот огонь. Так что я желаю вам быть хранителями огня». Ну и теперь, после таких вот высоких, наверное, слов, позвольте маленькое организационное объявление. Мне необходимо сдать точный список, уточненный список проректору пединститута. То есть я прошу выпускников, которые поступают на дневное отделение по нашей вот системе, по договорной, после вручения дипломов подойти ко мне и уточнить свои намерения, потому что сегодня или завтра мне этот список надо отдать. Ну, еще раз, всего самого доброго всем нашим выпускникам. Жизни сохранили и развили те лучшие качества, которые в вас заложено природой, родителями и поддержанными педагогами. То есть будьте и станьте настоящими людьми, нужными в нашей сложной, трудной жизни. Всего вам доброго, добрый путь, до свидания. Оркестр у нас. Спасибо.